Всем привет, и в этом видео хотел бы вам показать очень интересную ловушку, с которой вы сможете выиграть много своих партий. Мы играем за черных, погнали. Белый начинает партию ходом Е4, Е5, конь f 3 конь c 6 слон c 4 солнце 5 на доске итальянская партия. Белый делает рокировку, но также в этой позиции можно сыграть c 3 в дальнейшем сыграть d 4 Это один из вариантов, но в этой партии белый делает рокировку. Далее мы играем конь f6, нападение на пешку на e4, хотим также сделать рокировку. Белый играет ладья e1, защищается таким вот образом. Мы делаем рокировку, и белый играет c3, хотят захватить центр ходом d4. Ну и в этой позиции мы можем сыграть d6, один из вариантов в дальнейшем поставить слона на g4, но в этой позиции мы Играем ферзи 7, ставим ферзь на e7, вот таким вот образом защищаем пешку одновременно на e5. Ну и белый играет d4, они э, держат центр, они нападают на нашего слона, также нападают на нашу пешку. Ну и в этой позиции самый хороший ход с нашей стороны, это ее забрать. Мы играем ed, и в этой позиции белый не забирает cd они играют e5. Они нападают на нас. Они нападают на нашего коня и одновременно захватывают центр. Ну и в этой позиции мы играем конь g4. Теперь мы можем забрать на e5 смело, потому что у нас здесь конь нападает и здесь. А также ферзь. Также можем еще ладья e8 сыграть. И вообще эту пешку просто забрать. Белые играют cd, забирает и нападает на нашего слона. Но в этой позиции белые также могут сыграть h3 нападает на нашего коня. Но в этой позиции мы делаем такой вот интересный ход. Конь f2. Забираем пешку. Нападаем на ферзя. Белые забирают король f2. И мы играем dc. Вот так вот. Забираем пешку и одновременно даем шаг. И можем также еще здесь забрать. Но в этой позиции белые не играют h3. А играют после хода конь g4. Играет cd. Мы забираем ее. И после этого позиция белых разрушается. Потому что у них до этого в центре было очень много пешек. Они выстроили структуру. У них все было хорошо в центре. Но мы ее уже разрушили. Осталась одна пешка. После этого белые забирают конь d4. Но мы не забираем слон d4, а играем ферзь h4. И в этой позиции у белых очень много проблем. Потому что грозит мат. Ну как мат. То есть мы забираем на h2. Ну там в дальнейшем будет мат. Мы можем также ферзя в 2 забрать. И тут куча проблем. Потому что также еще слон тут есть. И в этой позиции белый играет коня f в 3. Это самый лучший вариант. Здесь реально больше нету каких-то ходов. Белых единственный выбор. Это сыграть коня в 3 нападением на ферзя. Но хотя белые уже проиграли. И в этой позиции мы играем ферзя в 2 шах. Блестящая комбинация тут будет. Обязательно поставьте лайк за нее. Потому что после шаха единственный ход это отойти на H1. И мы делаем красивую комбинацию. фейс же один шах. Королем забирать нельзя из-за слона. Если забрать ладьей, конь в 2. С конем то же самое. Коня в 2, шах и мат. В такой вот, вот блестящей партии. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Спасибо, что досмотрели эту ловушку до конца. Всем удачи и всем пока.